Здравствуйте! Скоро Новый год, и я хотела показать вам свою придумку, как можно сделать вот такую вот масочку. Собственно говоря, очень просто. Начну с того, что мне совершенно случайно пришла в голову идея. Я использовала для этой маски вот такую вот полоску от штор. Узнаете, наверное, да? Вот она. Ткань хорошо, она достаточно плотная, легко шьется, и если вышивать лентами, например, то это вообще замечательно, она хорошо прокалывается и хорошо проходит ленточки. Так, ну вот, вот такая маска. Я начинала с того, что да просто вырезала вот эти вот отверстия для глаз и пошла ваять, куда поведет игла. Вот. А это будет позже. Это еще пока в сыром состоянии, вот обратная сторона ее. Вероятно, я проклею, возможно, шелком каким-то или обошью, может быть. Еще мне хотелось бы пустить какие-то, ну, не знаю, бахрому, может быть, там, что-то такое, обшить маску красиво. Вот. А это вот, тоже, это еще, естественно, не закончено. Вот видим, наверное, да? Переливается все красиво. Это будет пояс для танца живота, костюм, там, я не знаю, тогда придется какую-то бахрому, висюльки, я не знаю, возможно, из бисера, может быть, бахрому. Собственно говоря, все на сегодня. Спасибо за внимание. Желаю вам яркой судьбы и красивой жизни. Пока!